13-летняя Сабина Мамедова стала первой в Азербайджане, кто в столь юном возрасте совершил прыжок с парашютом с высоты 4400 метров. И причем первые 55 секунд, когда летела со скоростью 220 км в час, не раскрывала парашют. Смелая девочка, просто потрясающая. Это произошло во время третьего международного спортивного парашютного фестиваля, проходящего в рамках проекта «Небо, открытое для всех». Интересно, что Сабина является дочерью генерального секретаря Национального паралимпийского комитета Азербайджана Кемала Мамедова. В июле 2012 года Кемал Мамедов стал первым азербайджанцем, инвалидом первой группы, который совершил прыжок с парашютом. Он сделал это с флагом Азербайджана в небе Белоруссии, в аэроклубе «Паровая» под Минском. Затем он повторил это в небе Украины и России, а в августе 2014 года стал первым инвалидом в Азербайджане, который совершил полет на параплане. В октябре 2015 года совершил еще один исторический прыжок, посвященный 20-летию Национального паралимпийского комитета Азербайджана. А в скайпарке города Сочи он прыгнул 69-метровый баджи в инвалидном кресле. Вот такие есть героические люди, смелые в Азербайджане, которые, несмотря на свое здоровье, вот совершают такие вот поступки смелые. Atam əvvəl bir neçə dəfə uçuş eləmişdi təyyarədən paraşütlə tullanmaqla. Mən də onun videolarını görmüşdüm. Məndə də artıq bu idman növünə maraq yaranmışdı. Paralimpiya komitəsindən ora yarışa gedilirdi Rusiyaya, Riyazan şəhərinə. Mən də həmin qrupla getdim, uçuş elədim. Çox rahat idi, çox həyəcanlanmışdım. Məncə, özümü çox şanslı hiss etmişdim ki, mən də digər insanlar kimi paraşütdən tullana bildim. 4400 metr hündürlükdən saatda 220 km sürətlə düşdüm. Maraqlı uçuş oldu, çox gözəl uçuş oldu. Həyəcanlıydım. Mən özüm istəmişdim, atamla anam da razılığımı verdi. İcazə verdilər, ondan sonra mənə dəstək oldular və tullandan sonra da mənlə qürur hissi duydular. Həyata bir dəfə gəlirsən və məncə bunların hamısını etməlisən ki, sən keçmişə dair gözəl xatirələrin olsun.